Михаил Малахов вместе со своей командой вернулся в Рязань с экспедицией под названием «Наследие русской Аляски». Они поставили себе цель найти следы прежних российских путешественников и пройтись по их маршрутам. Представь себе, наш земляк Забоски, я в школе ходил, был один дом Забоски, который у нас сохранился. И думал, как так, другой конец света, как тогда на лошадях добирались пешком, а мы сейчас больше суток только на самолетах самых современных летели. Итак, мы отправляемся на Аляску, я специально для школьников 7-8 классов школы номер 16 показываю, чего мы там забыли. На экранах фрагменты экспедиции, сплав по рекам, пешие походы, посещение храмов, магазинов и многое другое. «Наследие русской Аляски» – это поход многонациональный, отметил Михаил Малахов. В команде из 28 человек были представители Сан-Франциско, Чехии, Анкориджа, а также российских городов Архангельска, Санкт-Петербурга, Москвы, Тулы, Самары, Тольятти, Воронежа, Ульяновска и, конечно, Рязани. Вот такие встречи, они очень полезны, потому что воочию видеть героя России, который рассказывает о своих путешествиях, который вдохновляет на какое-то движение вперед, для ребят это очень важно. Я считаю, что такие встречи очень полезны, и мы ждем Михаила Георгиевича в нашей школе. В ближайшие 2 месяца он обещал к нам приехать. Михаил Малахов показал школьникам несколько видеофрагментов экспедиции. После показа всех сюжетов руководитель команды вручил памятные сувениры. Один из самых главных – это карта Аляски, выполненная местным художником с историческими животными штата. Также он подарил небольшую фигурку судна, на котором племя плавало по Тихому океану. Рожок для пороха, который скорее выполняет декоративную роль, вымпел и небольшой российский флаг, который сопровождал их на протяжении всей экспедиции. Елена Сорокина, исполняющая обязанности главы города, сказала, что все сувениры займут достойное место в Рязанском музее путешественников. Сегодняшняя встреча мне понравилась. Во-первых, из-за того, что я узнал много нового. И во-вторых, всегда интересно пообщаться с такими людьми. Мне очень понравилось. Сама Аляска, я много про нее знал. А так стало очень интересно, много чего узнал, красивые очень пейзажи, виды. Присутствующие школьники из географического клуба «Открытие» не оставили Михаила Малахова без вопросов. Спрашивали, например, про дальнейшие планы. Полярный исследователь отметил, что крупных экспедиций пока не планируется. Теперь участники географического клуба ждут Михаила Малахова к себе в гости. Валерий Седов, Даниил Пилипенко, телекомпания «Город».